بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم. В поселке Хан-Шаир в Бахчисарае почтили память жертв депортации 1944 года. Присутствующие собрались в местной мечети. Здесь прочитали суру Ясин. Мусульмане помолились за всех единоверцев, погибших не только в годы ссылки, но и в результате других трагедий в истории крымско-татарского народа. Сүргүнлүк башынан кечирген инсанлар энди эксерияти бу фани дүйнөдөн эбеди дүйнөгө алышчылар. Онун ниетимиз олен эди. Бу кыйынчылыклардан эм көтөрүп болмаган, кыйынчылыктардын башынан кечирип кайтып келгендер, ама эбедиликке жөнүнүн аңып, аларга балабан бир дуа жасамак истейбиз. Калганларга эсе саглык, саламаттык, кайрылуу күндөр көрсүн деп шуле ниетимиз бар эди бүгүн. На мероприятии собрались гости не только из Бахчисарая, но и со всего полуострова. Пригласили и свидетелей выселения. История каждого человека – это история всего крымско-татарского народа. Сүзілді үйіміздің артына, түспектен ұрып-ұрып артымыздан машина міндірділер. Еде қаранықта. Біз дөрт бала едік. Ана-баба жоқ. Шариханға келіп түстік Өзбекстанға. Шариханғыдан сон машина міндіріп, Чинабад районға алып кеттілер, колхозға. Қырымға қайтқаным, мен келдім 89-ын сенесі. Судах району отускойндер, мезарлыга кетирлер, эпси белегенер бизлери атажаклар. Бабам бир аягыны ахярда бомбалайып бир аяксыз калганды, бабам бир аяктан эвде де 5 бала, мен ата 6-жы анам юклюду 5-жы сентябрде догдум, 44-жы сенеси Уралда, Молотовская область, Красновишевский район, поселок Парма. Ана бабаларымыз пек чокши горды. Ачлых, сухлых. На мероприятии выступили общественные деятели, активисты национального движения. Их главный посыл – не дать забыть о трагедии народа. Для гостей подготовили выступление. Дети прочитали стихи, а ансамбль «Абидиет» исполнил патриотические песни.